Привет, дорогие друзья и гости моего канала «Цветочный сад» у Аленушки. Тема сегодняшнего видео – стричь или не стричь петунию в июне. Дело в том, что петуния была посеяна у меня в разное время, какая-то пораньше, какая-то попозже. Естественно, та, которая была посеяна раньше, она уже в стадии цветения находится, начало цветения. И хорошо сформированные кустики, но есть растения, которые высажены были позже, посеяны, вернее, были позже, они еще не сформировали такую хорошую пушистую шапку и еще только пускают свои первые бутончики. Но вот с этим кустиком я сделала упущение, поэтому буду его сегодня корректировать, буду его сегодня на солнышко выставлю поближе, буду сегодня его стричь, чтобы создать именно пушистость шапочки самой, чтобы почки, спящие в пазух листьев, быстрее пробудились, и чтобы не было потом в дальнейшем цветения на полковидности побегов. То есть они вот так полкуются, будет некрасивый вид потом в дальнейшем, так как будет несколько цветочков на этих побегах, и не будет самого вот такого шаровидного, что нам надо достичь цветения. И по окружности я все побеги вот так буду убирать. Вот по окружности я самого ведра или кашпо, что если вот вы видите, видите, что просто нету в серединке набитости куста, поэтому, конечно, вот это надо все нам обрезать, чтобы создать в дальнейшем пушистость, что нам надо. И несколько сегодня вот таких у меня есть ведер, которые я сегодня беспощадно по окружности состригу. Серединка была прищипнута, пошли боковые побеги. И упущение мое, что я вовремя, конечно, это не сделала. Можно было это сделать и пораньше. Вот такую стрижку я провела. Сейчас дам подкормку азотосодержащим удобрением. И пусть растение в дальнейшем мое развивается, так как все же прищипка дает огромную роль для формирования пушистости куста. Так что, друзья, если еще у нас середина июня, если у вас нет должного вида, нет хорошего кущения, делайте это при помощи стрижки. Если понравилось мое видео, не забудьте поставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить дальнейшие мои видео. Кликайте под видео на колокольчик. Вам, конечно, здоровья, удачи, до новых встреч. Пока-пока.